Подписчица задала вопрос о том, что она постоянно видит сон, повторяющийся о том, что ей кто-то вырывает больной зуб. Что это значит? Это говорит о том, что в вашей жизни есть что-то, что вам мешает, от которого вам нужно избавиться. Но избавит вас от этого не вы сами, а кто-то. Возможно, есть человек, который этого хочет. Возможно, что это может быть? Это может быть какие-то вредные привычки, деструктивное поведение, какое-то что-то, что вам вообще просто физически мешает. Просто физически мешает. И это очень сильно мешает вашей жизни. Если это сон повторяющийся, то это говорит о том, что вы чего-то не понимаете. Вот вы думаете, что вам не мешает, а на самом деле мешает. Понимаете, и препятствует вашему развитию, потому что наше бессознательное, оно всегда действует в наших интересах. И она нам не говорит, это мы в жизни можем днем как-то придумать, навыдумывать себе разные фантастические схемы, а во сне мы видим, как говорится, чистую стерильную правду, и наше бессознательное нас в этот момент не ведет, она нас подталкивает. Во сне всегда есть какой-то призыв к действию или призыв задуматься. Значит, вам нужно задуматься, что это может быть и кто это может быть. Но это если только этот зуб действительно больной. Если зуб здоровый, и вы видите, что кто-то вам его удаляет, это говорит о том, что вас кто-то хочет использовать или отобрать от вас что-то очень важное. Вообще, как бы любая потеря чего-то, части тела, волос, удаление волос, если вы видите, что вы похудели, или что-то еще, кто-то вам волосы стрижет или ногти стрижет, или вообще все что угодно. Зубы особенно вырывают. Вообще зубы, часто говорят, связаны с нашими родственниками. Кстати, то, что вырывают больной зуб, и эта девушка сказала, что она сама написала, что она жила с деструктивными, токсичными родителями, прежде всего. Значит, она, прежде чем рассказать об этом сне, она написала, что у нее родители... Это сейчас, кстати, мне в голову только что пришло. Вот инсайт просто, самый настоящий инсайт. Она сама ответила на свой вопрос. Она говорит, я, говорит, живу с деструктивными родителями. Зубы – это наши родственники. Это говорит о том, что ей нужно избавиться от этих деструктивных родителей. Они у нее какие-то, видимо, нарциссы были или психопаты какие-то. Отец ее избивал или что-то такое-то вот насилие было. Это ей нужно избавиться. Но кто-то ей поможет, потому что зуб вырвет не она, а кто-то. Возможно, она пойдет к психологу, и этот психолог ей поможет. Возможно, это видео ей поможет, что ей нужно избавиться от токсичных родителей. Потому что правило «не контакт» с психопатами и нарциссами действует в том числе и на родителей. Это не важно, кто у вас родственник, нарцисс, ребенок, мать, отец. Вы должны от них отказаться. Они должны для вас умереть. И это, конечно, очень страшно, но это надо сделать. Только так вы сможете почувствовать себя свободным от этого. Так что этот сон говорит о том, что надо избавиться от этого гнилого зуба. Вырвать его из себя. Иначе этот гнилой зуб отравит весь ваш организм.